вчера, ну, или, вернее, сегодня, произошло действительно кое-что необычное. Я давным-давно уже не удивляюсь тому, что делают разработчики в Adobe в плане After Effects, потому что из года в год After Effects меняется мелкими шагами, но каких-то революционных вещей не происходит. Я из последнего помню, вот я могу точно выделить, что Эндрю Крэмер сделал революцию в After Effects. Lockdown тоже сделал революцию в After Effects, причем одновременно и в Mocky появилось то же самое. Сейчас появился трекинг объектов, и это очень круто, потому что это уже давно не новое, это уже этот инструмент был в Nuke, это инструмент, если что, как бы это не софтовый инструмент, это плагин. Как и здесь, в After Effects появился тоже плагин. А сказать, что это революционный инструмент, в целом, да. Потому что в After Effects нету и не было каких-либо инструментов для 3D-трекинга. Сразу скажу, что сейчас этот плагин бесплатный, потому что он находится в бете. Там, конечно, написано, что 20 дней бесплатный, 28 или 30 дней бесплатный. Но в целом это как бы не важно, потому что пока бета он бесплатный, тестируем, отдаем фидбэк. Единственное, что у меня уже была с ним какая-то проблема с установкой, что он у меня не хотел работать. Первое, из-за того, что у меня After Effects был ненужной версии. А второе, что у меня кэш After Effects был в папке, которая содержала, ну, вернее, через, там, в пути к папке, где находится кэш, у меня была папка на русском Никита, потому что у меня имя пользователя на компе Никита. Соответственно, и папка сгенерирована тоже под названием Никита на русском. Поэтому мне пришлось просто на диске C сделать папку Adobe Cache, и все заработало. Кстати, не забывайте чистить кэш в After Effects, потому что в основном всегда всякие проблемы такие тупые, типа что все зависает или глючит, какой-то там 25-й кадр появляется, из-за того, что кэш никто не чистит. Чистите кэш. Так, давайте что-нибудь затречим. Вот у меня есть вот такая коробка. Просто берем, отрезаем нужную нам часть и закидываем плагин, который называется GeoTracker. Сразу же происходит анализ. Я сперва ждал, пока этот анализ закончится, а потом подумал, ну, наверное, это странно. И оказывается, анализ просто идет в реал-тайме. Ты можешь в это время расставлять там все, что тебе нужно, вот этот кубик наслаивать на реальную коробку. Этот плагин дает нам возможность делать трекинг по заготовленной 3D-модели, либо делать трекинг по примитивным 3D-моделям. Это получается шар, куб, цилиндр и, собственно, сам plane, то есть просто плоскость. Наперед хочу кое-что сказать. У меня уже было много роликов про трекинг, про 3D-трекинг. У меня был ролик, просто посвященный трекингу. И мне так часто люди пишут в комментариях примерно такое: а зачем прибегать к этому, когда можно использовать Mocky? Я на самом деле не понимаю, как можно в Mocky делать 3D-трекинг. Вот я здесь... Я здесь тречу вот эту коробку. Если что, я могу скинуть этот ролик в мой телеграм-чат. Кстати, переходите, есть телеграм-чат AE Chipus. Также у меня есть еще Patreon и Одноклассники ВКонтакте, Инстаграм, подписывайтесь. Но в Инстаграме, правда, можно найти кое-что клевое. Ладно, поехали. Мой вердикт, что Mocky — это планерный трекер, плюс там добавили всякие фичи типа Lockdown, что можно делать трекинг, который типа поместить что-нибудь сюда, какой-нибудь текст, и ты там его мнешь, и это тоже мнется. В общем, альтернатива Lockdown. Я, правда, это в Mocky ни разу не использовал. Но 3D-трекинга, по-моему, там нет. Возможно, я ошибаюсь, но 3D-трекинга объектов, наверное, тоже нет. Но очень часто мне люди пишут, когда я там делал, я не знаю, когда я держал какую-то штуку в руке, вот так вот ее крутил, ее тречил там через Cinema 4D, И мне писали люди в комментариях, типа, используй Mocky для такого. И я правда не понимаю, как мне можно использовать планерный 2D-трекер для того, чтобы отречить 3D-объект. Я этого не понимаю. Так вот, мы берем простой примитив, который куб, и попытаемся его поставить на нашу коробку. Это очень сложно. Давайте я просто в таймлапсе попытаюсь показать.
Если что, это, кстати, делается довольно просто. Вы ставите просто точки и расставляете этот, пытаетесь расставить этот кубик. Вот, можно сразу же поиграться с длиной, размером, толщиной, открыть раздел «Камеру», поставить кастом и поставить вот эту галочку, и камера будет сформирована, ну, потому что у каждой камеры есть там 36 миллиметров, 80 миллиметров, 200 миллиметров, и каждая камера воспринимает геометрию, ну, так скажем, передает геометрию в объектив по-разному. Поэтому, если я не ошибаюсь, в 3D-трекинге After Effects, ну, в принципе, просто по умолчанию камера в 36 миллиметров, или, ну, или там в 35 миллиметров. Здесь прикольнее, потому что можно выставить полностью свою настоящую камеру, там как в айфоне. Вот. И если как бы ты не знаешь, какая у тебя точная камера, ты можешь поставить эту галочку и расставлять этот кубик так, так, как тебе, ну, так, как нужно в видео. И, так скажем, какой-то там искусственный интеллект в этом плагине сам поймет, какая тебе камера нужна. В общем, да, на самом деле это просто математика. Так, не будем углубляться, поехали. Вот, я пытаюсь расставить этот кубик, и как только я тяну за одну точку, двигаются другие. И все плывет, и это гигантская проблема. Я не могу выдержать, и поэтому давайте измерим. Так, ну, теперь, по идее, должно быть попроще, потому что мы знаем длину, мы знаем x, y, z, то есть, получается, высоту, ширину и глубину. Выставляем наши координаты и пытаемся снова поставить все как надо. Так, вот, уже выглядит хорошо. Кстати, этот инструментарий вообще не новый, он уже есть давно, он есть давно в Nuke, просто After Effects, как мне когда-то сказали лет 8 назад, типа... After Effects, братан, когда я переходил с Sony Vegas на After Effects, мне сказали, типа, After Effects, это знаешь, это как гелик, но с движком от шестерки. И это до сих пор так. У After Effects очень медленный движок. Ну да ладно. И вот после того, как мы расставили точки, давайте теперь будем делать трекинг. Мы открываем Open Toolbar, он у меня вот здесь справа, и делаем, собственно, трекинг. Когда трекинг слетает, желательно сразу же его прерывать. Ну, вернее, когда вы видите, что этот бокс слезает с настоящей коробки, прерываете трекинг, поправляете и нажимаете Refine или Refine All. Я нажимаю просто Refine, не знаю. Сразу же вклинюсь. Я знаю, что ребята, которые делали геотрекер, вы точно меня посмотрите. Я хочу сказать сразу какой-то определенный фидбэк на будущее. Какие бы мои пожелания как человека, который делает графику? Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы, например, вот мы создаем геометрию куб, и так как можно на этом кубе расставить кучу точек, чтобы можно было менять геометрию. Потому что, как минимум, вот я хочу, например, затречить вот это. И вот это вроде как бы не куб. Но в теории я могу затречить это за счет куба, потому что я сделаю ему маленькую толщину, в общем, и превращу куб уже в такой как бы типа параллелепипед или что это. Но он у меня все равно неровный. И было бы круто делать такую точку как бы здесь, вытягивать через эту точку его сюда, уже как бы ломая геометрию полностью прямых линий. Вот. И, соответственно, точку сюда. В общем, было бы круто, чтобы можно было ломать геометрию, вытягивать ее, как, знаете, как просто за полигоны тянуть и превращать из куба во что-то там уже в какую-то своеобразную форму, в какую-то свободную. Это было бы круто. Еще было бы круто, я знаю, если не ошибаюсь, вы как раз делали для Nuke Face Tracker, возможно, не вы, но если вы, то было бы круто сделать тоже такую кнопку, что ты нажимаешь кнопку, у тебя сразу же появляется маска на лице, и ты можешь эту маску как бы, ну это тоже как бы по сути модель, она просто уже понимает, где у тебя находится лицо, и ты нажимаешь кнопку, бум, 3D-лицо на лице, вот, и ты можешь так как бы кисточкой полигоны поправить, чтобы там типа губы на губах были, и потом тречишь лицо. Было бы круто, потому что сейчас я понимаю, что мне нужно, чтобы отречить свое лицо, мне нужно отфоткать свое лицо со всех сторон, открыть какую-то вот эту вот софтину, забыл, как называется, фейс-генератор или как-то так,
фейсбилдер, по-моему. Вот. И ты как бы довольно быстро получаешь лицо, но все равно было бы круто сделать вот такое. Вот. И третье, я бы хотел, чтобы можно было не только из примитивов, а самому создавать какой-то примитив. То есть банально, ты просто... То есть банально, там, я не знаю, вот я держу мышку, вот, и я ее вот так вот кручу, она у меня в видео вот так крутится. Как бы ставишь на стоп-кадр, делаешь такую одну кривую линию на поверху мышки, по низу мышки делаешь такую линию, там потом следующий кадр там делаешь еще какую-то линию, и как бы тем самым ты создаешь геометрию. Есть, кстати говоря, прям такой плагин, я знаю, для Cinema 4D, который очень упрощает 3D-моделирование. Я вот покажу на этом фоне какие-то видеоролики, что я имею в виду, как можно создавать вот такую геометрию. Это было бы круто, это был бы жир. Ладно, я очень сильно отвлекся. Простите меня за это. В общем, я продолжаю тречить и продолжаю потихоньку поправлять все. В целом, потихоньку со временем ты начинаешь понимать, как это работает, но, блин, как же бесит, что ты тянешь за одну плоскость и искажается другая, и ты не можешь подобрать конкретно, вот прям стопроцентно так, ну, блин, я не понимаю. Но в целом результат выходит потрясающий. После того, как все отрещилось, просто заходим в экспорт, можем нажать первый экспорт 0, и у нас создастся 0 просто в центре нашего объекта, и, как мы видим, очень хорошо все отрещилось. Ой, без этого плагина я делал такие вообще разные пути для того, чтобы получить этот долгожданный 0 объект. И здесь есть еще крутая функция, мы просто нажимаем экспорт 0, выбираем, где нам нужен 0, и он здесь появляется, и это очень круто. И давайте просто ради интереса создадим вот тут вот 0, где есть штрих-код. И вот он у нас просто идеально вписался. Теперь мы создадим слой, сделаем такую, привяжем этот слой к 0 объекту, сделаем такую маску, сделаем сделаем эту маску довольно мягкой. И с помощью инструмента, с помощью эффекта Fill, сделаем просто клинап этой надписи, меняя через несколько кадров цвет, потому что меняется освещение. И вот, в общем, получаем вот такую картинку. В общем, клинап, самый простой клинап, который только может быть через инструмент Fill. Это кринж, но это работает. Вот в такой ситуации это работает, в других ситуациях. И теперь просто создаем какой-нибудь текст, прикрепляем его к нашему 0 объекту, выбираем цвет нужный, делаем motion blur, и сразу же motion blur редактируем, потому что сейчас он очень сильный, заходим в composition settings, в advanced, и меняем его там, ну, в общем, экспериментируем, я в итоге поменял его на 80. И теперь это выглядит довольно неплохо. Давайте посмотрим. Да я бы сказал, это выглядит довольно офигенно. Причем блик проходит по нему. В общем, это выглядит топ. Еще у меня в руке есть туалетная бумага. Да. Почему бы и нет? И мы также просто создаем примитив цилиндр. Размещаем его. Вот опять же, довольно странно. Я пытаюсь сделать радиус пошире, и он куда-то у меня прям убегает. Это странно, почему бы ему не делать как бы так, как бы от центра? Не знаю, к этому надо привыкать. Меня немножко это подраздражало, но потом, когда я видел конечный результат, я такой, ну ладно, это... Да и как бы альтернатив нет, камон. Да и типа это бета. Блин, я что-то вообще капризный сейчас. Вот, и мы создаем, и точно так же двигаем, тречим, делаем рефайн. Кстати, с туалетной бумагой у меня она часто куда-то убегала, то есть немножко хуже тречилась, чем куб. Но в итоге, в конце концов, я вижу отличный результат, когда я поставил 0 объект. Вот, и создаем 0 в центре. И я могу сказать, что результат, ну, типа, просто офигенный. Камон. И создаем 0 в самом центре. И это работает. Вот так вот это выглядит солидом наверху. А, у меня реально нет слов. Давайте заходим на SketchFab и выбираем банан. Потому что я хочу сделать... опа, банан, да. Вот смотрите, это, кстати, мой код. Срываем банан. И давайте отречим мой банан.
В смысле, это, кстати говоря, если что, мой банан звучит странно, но в свое оправдание скажу, что это макет банана. Ну, типа, это макет банана, причем очень хороший. Я его купил, по-моему, за 2 евро. Типа, он не полый внутри. Прикол в том, что он чем-то заполнен, и он как бы, ну, довольно тяжелый. То есть это даже не то, что как макет, это фейк. И он у меня лежит, типа, вот в такой... Вот он у меня лежит вот в такой корзине, как бы, если что, гости, налетайте, как бы. А груши настоящие. Так, скачиваем 3D-модель банана, запихиваем, и он сразу нам говорит, он очень... 3D-модель маленькая, давайте мы ее заскейлим. Окей. Так, и, собственно, примерно таким же способом, немножко странно, я говорю, к этому надо привыкать, это сложно. Но мы располагаем банан так, чтобы он как-то встал. Но, кстати, на самом деле, я не скажу, что это сложно. Ты начинаешь понимать, как работает вот это вот размещение 3D-модели. Не убирайте. Это типа прикольно, это необычно. Это явно лучше, чем просто вот этот нуль объект вот так вот как бы двигать там по ротейшну. Это поприкольнее. Но вот как раз с бананом будет... Вот он у меня не встает идеально, и было бы круто немножко подвинуть полигончики, так хопа, как бы, чтобы они выпирали, чтобы он стал как влитой. Ну да ладно. И начинаем тречить. Так, тут я, кстати, включил ролик, где разработчики этого плагина тречат автомобиль, чтобы я ничего не упустил. Я тут вижу, что они поиграли с камерой, что-то там нажали, тыкнули, хоп-хоп, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Ладно, шучу, я все понимаю. И делаем то же самое, пытаемся его затречить, немножко его поправляем. Как у нас выглядит эта картинка? Выглядит эта картинка довольно неплохо. О, то есть он у нас как бы тречится. Немножко он... Я что-то затупил, и я начал его тречить в другую сторону. Я его развернул сам в другую сторону, потом я это поправил и продолжаю дальше тречить. То есть в целом тречить можно, но... Опа! After Effects вырубился. Просто вылетел, без ошибки. Я не знаю, в чем дело. Ну да ладно, я уверен, что это что-то 3D-модель банана, скорее всего, с вирусами. Мое мнение, что этот плагин топ. И, блин, это очень круто, потому что After Effects это, блин, гелик с движком от пятерки. От шестерки, или от двенашки, от пятнашки. Так что это прикольно, что до сих пор появляются такие инструменты. И как бы After Effects — это профессиональная программа, в которой сидит очень много любителей. То есть в Nuke уже давно есть этот геотрекер. Но в Nuke сидят... В Nuke любители не сидят. Там в основном сидят челы, которые прям работают. А в After Effects он как раз рождает каких-то любителей, которые в дальнейшем переходят в Nuke. Я, например, остаюсь на After Effects. Мне нюк нахрен не нужен. Я считаю, что, в принципе, любой инструмент — это инструмент. Я работаю в Cinema 4D, кто-то работает в Blender. И никто мне никогда не скажет, что в Blender типа круче, чем Cinema 4D. По каким-то определенным вещам он лучше. В каких-то других вещах лучше Cinema 4D. Но факт в том, что мы, как художники, нам не важно, какие у нас кисточки. Потому что это всего лишь инструмент в наших руках. И будь то у нас кисточки за 20 тысяч долларов, или будь то у нас кисточки за 3 евро, мы можем все равно сделать что-то великолепное с помощью этих кисточек на холсте. То же самое и с софтом. Что ж, развивайтесь. Изучайте этот плагин, он сейчас бесплатный. И пробуйте, присылайте в наш телеграм-чат свои результаты. До новых встреч, всем пока!